Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Всем здорово! Devolver Digital. Рейнгс, строим замок. Смотри. Короче, смотрите, рассказываю, в чем суть игры. На самом деле, это игра со ставками, типа, по-хорошему. Получится у меня выиграть или нет. Это, ну, блядь, короче, суть вы поймете, ладно. Ты молодой король? Че, блядь? А, да или нет? Я король? Нет? Ну ладно, нет, так нет. Я буду говорить только с королем. Если ты не король, я пойду обратно спать. Спокойной ночи. Вы входите в тронный зал. Видишь, тут типа, ты как будто играешь в ролевую игру, видишь, тут действие, это прикольно. Призрак задумчиво смотрит на вас, затем исчезает. Выходит в тронный зал, давай. Вот, короче, смотрите. В зависимости от того, какие решения я буду принимать, у меня прокачивается, ну, то есть, это, короче, мои деньги, это армия, это, бля, или нет, как это нахуй? Короче, вот эта хуйня, это репутация моя. Если моя репутация упадет максимально низко, мне пизда. Если максимально высоко, мне пизда. И мне надо просто принимать решение, потому как будто бы я король. Поняли? Музыка классная. Итак, я король. Представили? Представили. Я король. Милорд, в вашем замке бушует пожар. Спасайте гарнизон или спасайте сокровищницу. Так, вопрос. Мне надо принимать решение, исходя из своих мнений или исходя из того, как правильно? Как правильно? Из моих, да? Тогда спасаем деньги. Блять, я долбоёб, я все проебал. Молодая женщина заявляет, что ее сын ваш бастард. Надо решить эту проблему. Что такое бастард? Да все, все, блять, я буду разумным, все, похуй. Генри Шервудский, ебать, уродец. Так. Да, реши. Блять, что за пиздец? Почему? Я какую-то женщину убил. Блять. Ладно, похуй, я не хотел. Че? Восточные баронства собираются под знаменами ужасного полководца. Пошлите армию. Да. Блять. Народ из дальней деревни учит своих детей плеваться в короля. О, блять, это випы. Випы так чат учат постоянно меня нахуй слать. Одна и та же хуйня. Так, не подать ли им пример? Народ из дальней деревни учит своих детей плеваться в короля. А, нет, плеваться в людей короля, а не в короля. Ну да, дайте им пизды, что за хуйня. Крестьяне бунтуют. О, так ты не король, а... Да не, я король, я же решаю, видишь, пак. Чат бунтует, толпы людей разоряют столицу, ваша армия, ваши модеры не справляются. Блять. Усилить армию. Есть! Что он сказал только что, Дон? Произошло ограбление, какая-то наглая банда вторглась в сокровищницу. Сэр Джон говорит, это твои друзья, может? Сэр Джон яростно отстал свою честь, в конце концов он рассказал своих сообщников, вам удалось найти половину сокровищ. Вот видишь, блядь? Я очень умно играю в эту игру. Солдаты получают слишком мало, прошу, платите им достаточно и вовремя. У меня нет столько денег, блядь! Блядь, ой. Мазелов какашка, может ты, блядь? Хуел? Нет, никаких денег, идите нахуй. О, мы можем организовать вашу свадьбу с принцессой Севера, это остановит войну. Давай, мне нужна женщина. О. Не понял. Пипин. Чей Пипин? Ну точно не мой, блядь. Спасибо, Пипин. Река Капля затапливает большую часть страны. Нам нужна помощь армии и церкви. Да. Блядь, денег нет. Нас напали викинги. Напасть. Я проебал. Так, первый блин комом, похуй. Я просто проебал все деньги и армию. Подожди, так, мне надо понять... А, я всего 12 лет проправил. Подожди, а тут же есть всякие достижения. Давайте на ставку, го на ставку. Тут же, типа, видите, тут же количество лет, сколько я правлю. Давайте, типа, на 20 лет ставку. Проправлю ли я 20 лет или нет?
Мне кажется, заебись. Вот, видишь, тут разные года. Вот я Геральт, я второй король. Тут еще есть челлендж: победить на дуэли, призвать на службу врачевателя, встретить дьявола. Прикол, блядь. Давайте ставку на 20 лет. А есть корона у меня? Короны у меня нет, у меня есть очки. Внимание! Поехали! Ну вы что, ставку сделали, нет? Модерация. У нас 5 миллионов на то, что меня не свергнут, и 3,5 миллиона на то, что свергнут. Поехали. Сейчас узнаем, насколько хороший я король. Чат, короче, для того, чтобы был реализм, вы должны обращаться со мной, ну, ко мне как к королю, понятно? Сегодня. Чтобы был реализм максимальный. Договорились? Поехали. Ты молодой король? Да, это я. Ха-ха, я ш... Он сказал Мазилов? Ха-ха, я шучу, я знаю, мы уже через это проходили. Это наше проклятие, понимаешь? Я не понимаю, о чем ты. А, мы будем помнить каждого короля из этой династии, каждое соглашение, каждую смерть. Вечно. Не знаю никаких смертей. Говорят, что лишь дьявол позволит нам благополучно забыть проклятых королей. Но существует ли он вообще? Я думаю, что да. Ну, в игре, в смысле. Я же король. Интересная мысль. Может, существует. Может, мы наконец его найдем. Да. Призрак уплывает. Поехали! Башня базилики рушится. Нам нужна ваша помощь, просит архиепископ. Здравствуйте, архиепископ. Нет, никакой помощи не будет. Никакой помощи. Король Запада предлагает купить у нас небольшую часть страны. Нет. Мое королевство не продается и не отдается. Восток и юг планируют нападение на королевство. Мы просили у Запада помощи. У, сука, Запад. Будем. Ваша церковь слаба, а народ богохульствует. Да. Дайте нам власть восстановить божественное правосудие в стране. Папа готов заплатить цену. Но мне нужны деньги, давай. Ебать кайф. Все монахини в женском монастыре начали мяукать по-кошачьи. Это распространяется по деревне, говорит отец Квилл. Да мне похуй вообще-то. Монахини не прекратили мяукать. В конце концов, церковь объявила их еретиками и предала монастырь огню. Блять. Милорд, волки пожирают наших детей. Мы можем начать на них охоту. Я сам буду охотиться на волка. Во время охоты с вами произошло ужасное происшествие. Вы истекаете кровью. Доктора мне! Ура! Я выполнил квест! Победа! Ой, бать, новые карты. А, тут же карты добавляются новые, точно. Типа, тут больше вариаций. Милорд, я вынужден отнять вам руку. Блять. Ну раз надо, давай. Блять, я однорукий, сука. Королевство Юга заявляет, что вы должны жить на их принцессе. Отказ может начать войну. Давай. Надо построить новую церковь. Нет! Можно мы четвертуем шута? Этот клоун... Биг Пик сломал требушет. Иди сюда, блядь. Я играл в теннис с великаном, он победил. Блядь. Иди нахуй отсюда. Птица принесла сообщение, но его больше нет. Так, посмотрим на подоконнике. Вы находите обрывок бумаги, на котором написано ARM. ARM. Сообщение должно быть важное. А, уже 10 лет живу. Так, сообщение должно быть важное. Нужно поставить людей к границе. Давай. В столице прогремел взрыв. Мы точно не знаем, что произошло. Нам закрыть ворота города? Блять, а это положительно? Нет, негативно повлияет на деньги. Не, не закрывай. Собака! Рекс, смотри. Он гавкнул? Согласен. Не понял, блять. Чего? В сообщении говорится, не верьте черной птице, все эти вести не настоящие. Почему? Пипин лишь марионетка в руках злых людей, как печально. Что за птица, блядь? Почему? Ах ты мерзкая птаха, я тебе все перья повыдергиваю. Почему? Да-да, попробуй, мой маленький милый голубок, попробуй. Хо. Хо. Обе птицы смотрят на вас, наконец заметив ваше присутствие.
Ха, отлично, мерзкий льстивый демон. Просто прекрасно, теперь он знает. Смотрит на вас. Меня, блядь, птица стоит пиздят, а я... Почему? Да. А сколько сил и времени ушло на написание всех этих сообщений? Все впустую? Да. Да, они все написаны мной. Но вы поверили голубю? Да. Не слушайте, у меня есть доказательство, что он даже вылупился не в королевской голубятне. Нет. Это все ложь и провокации. У вас есть выбор, мой король. Только одна птица оставит. Только одна птица может остаться. Какая? Какую птицу оставим? Белую или черную? Я думаю, что белую. Ой. Сделать выбор между белым или черным. Ваш солдат запугивает некоторых священников и их паству и заставляет их платить за защиту. Остановите их? Солдатов? Ну вообще, блять, не трогайте людей, идите нахуй. Это ложь, мы лишь требуем с них те деньги, что они не так должны короне. Вы слишком во многому потакаете. Хорошо. Ой, блять! Меня люди очень плохо любят. Вам нужен кредит, милорд? Ну как сказать? Да нет, не нужен. Не нравится мне Пако, он нытик и лжец. А Пако-то кто? Кто такой Пако, я забыл? Какой Чимин, блядь? Лысый. Короче, похуй, но он полезный. В столице вспышка холера, это синяя смерть. Лечим население. Блять! Ну! Сука ебаная! Ну вот, ваш страна разрушен. Иди нахуй! Блять! Сука ебаная. Да я не виноват, блять, это долбоебская хуйня. Она сама, блять. Ну я не должен был проебывать. Это просто игра, блять, так решила. Они такие действия мне давал тупые нахуй. Я не виноват. Там птица, блять. Шлюха. Как игра называется? Рейнгс. Встретить ведьму, встретить дьявола. Ебать тут приколов. Давайте еще раз. Давайте еще ставку. Не знаю, мне нравится эта игра, она пиздатая. Потому что, чтобы понимали, ее пройти можно. То есть все эти короли, что здесь присутствуют, блять, короче, вы поняли. Разные короли постоянно. Я король, кстати. Я вам обещаю. Ставьте все на мою победу. Трилява. Поехали. Вильям Третий, король. Я бы хотел встретиться с некоторыми моими друзьями, учеными с Запада, здесь, в вашем замке. Да встречай, хуй нет. Хули нет. Все наши катапульты испорчены. Не, ну бог нам не поможет, наверное. Ищи предателей. Я встретил женщину, сведущую в древнем искусстве растений снов. Хотите с ней встретиться? Да. Ведьма! Так, новые карты. Нужно установить комендантский час. Улицы столицы опасны по ночам. Бля, я за комендантский час или нет? Да в целом, да, чё бы и нет. Хотите жениться на принцессе соседнего королевства? Да. Мы хотим построить школу в столице для просвещения народа. Нет. Произошел массовый побег из тюрьмы. Нужно организовать розыск. Нет. Охуенный король вообще. Нет, блядь. Какого розыска? Королева Иоанна обожаема людьми армии. Дайте ей больше власти. Нет. Я леди Каркови. Я могу помочь вам понять закон природы и границы человечества. Давай. Блядь, у меня церковь не... Мы хотим организовать паломничество к могиле святого Армана. Да. Это самая лютая зима за последние 30 лет. После скудного урожая люди голодают. Да похуй. Охуевший король. Да что, блядь, я просто пытаюсь убалансить статы, блядь. Что? Считается? Я просто пытаюсь забалансить статы. Если статов будет слишком много, то я проиграю. Понимаете? Ну, по-моему, если не... Или нет. Я не руиню, блядь. По-моему, если какая-то фракция, ну, если дать ей слишком много власти, она меня убьет, если я не ошибаюсь. Или нет? Ну, похуй. Я могу научить вас кое-чему из белой магии.
Давай. Но сначала нужно убедиться, что не зря потрачу время. Давай. Ямито. Произнесите святое слово «сгандо» на восточный манер. Абуб. То есть я правильно сказал. Отлично. Чего бы вы хотели научиться? Я не знаю. Способ испытать судьбу? А что еще есть? Способ найти счастье? Давай! Разве для этого уже заклинание? Счастье не колдовской трюк и не безделушка. Да. Я не могу дать вам счастье, но возможно могу убрать то, что делает вас несчастным. Так, если я жму корону, то она меня убьет, потому что, ну, я перестану быть королем, типа, я проиграю. А вот королеву давай убери, у меня нужна другая женщина. Уверены? Да. Королева неожиданно уехала, а с ней почти все придворные. Вы не очень-то и счастливы. Да похуй, ребят, мне не нужна королева, я сам все могу править, мне вообще похуй. Несколько деревень притворились, что на них напали небесные существа. Уловка, чтобы платить меньше налогов. Не, я им не верю. Блять, мне... Купцы хотят создать новую гильдию и посылать своего представителя ко двору. Давай. Блять, ну ебать! Ну я не знаю, блять, я не понимаю. Нормально. Ребят, ничего страшного, блять. Ну умер один раз, похуй. Блять. Пошел нахуй. Да блять, я не специально, я же говорю, типа... Просто это тупая ведьма, блядь, из-за нее уехала королева и люди уехали, я из-за этого проебал, блядь. Если бы не эта ведьма, то я бы выиграл спокойно, просто она хуйней занимается. Давайте еще раз. Давайте еще, похуй. Сир, ваша моча пахнет рододендронами нынче утром, лучше вам пока не ездить верхом. Хорошо, не буду. Слишком многих нужно казнить, мне нужна помощь армии. Не надо. Не надо никого казнить. Милорд, я мастер Крумвель, мастер гильдии купцов. Примите подарок в знак нашего расположения. Давай. Пьяная компания ваших солдат разорила аббатство. Мы хотим правосудия. Нет, никакого правосудия. Блять, какой ты охуевый король. Я слышал странный шум в замке прошлой ночи. Нам нужно усилить патруль. Да. Гав-гав, Рекс зовет пойти с собой. Пойдем. Рау, Гав, Рекс хочет поиграть. Давай играть, лови. Рекс приносит назад мячик. Опять? Что за хуйня, блядь? Да все, Рекс, иди нахуй! Хватит. Рекс ведет вас в лес. Будь послушным. Рекс останавливается перед ярким оранжевым грибом. Блять, я хочу съесть гриб. Съесть гриб. С этого момента вы будете знать, к чему придут ваши решения. Ебать! Нихуя пиздатая штука! Это вообще кайф, я теперь смогу контролировать все. Это вообще заебись, видишь? Ебать, охуенно, это очень полезно. Восточное бородство напали, мы можем держать вверх, только бив общий призыв. Нет! Блять! Да ебаный насрал! Блять, какой я долбоеб! Ну я не. Да блять! Да почему, блять, почему он. Да ебаный нахуй, блять! Блять! Ты позоришься! Да иди нахуй! Откуда я знал, блять? Похуй! Джеймс, пятый король. Блять. Давайте еще одну ставку. Поехали. А, теперь понятно. То есть теперь вот так вот, да, я смотрю? Где это, блять? То есть теперь вот так, да? То есть теперь меня точно свергнут. Блять, 5 миллионов на то, что меня свергнут. Вы что, ёбнулись, что ли? Блять, все, нахуй. Сейчас вы проебете, блять. Поехали, Джеймс. Милорд, дерзкое дело не интересует? Интересует. Мы можем ложиться в работорговлю, гарантирую, это удержит нашу казну на плаву. Нет, потому что я против работорговли. Я могла бы построить госпиталь, чтобы предотвратить рост эпидемии. Давай, строй. Есть! Больница!
уменьшить последствия эпидемии и катастроф. Все нормально, это уже победная, походу. Так, в этом году ничего не происходит. Армия просто помирает со скуки. Пусть упражняются. Привет, Пипин! Спасибо. Группа людей впала в ярость и охотится на ведьму. Можем убивать при необходимости? Можем, можете, убивайте. Очевидно, это помешательство вызвано заражением ржи. Сжечь запасы? Нет. Заражение распространилось и практически вышло из-под контроля. Теперь люди ищут, кто будет за это отвечать. Они убили священника и генерала. Блять. Закрыть ворота! Шахтеры отказываются спускаться в шахту, не хотят прибавки. Нет. Сука. Я бы хотел... Я думаю, не переживайте, я думаю. Типа, я думаю над последствиями. Я бы хотел провести новое исследование оружия военного дела. Вы поможете? Нет. Я уравниваю баллы. Иностранный купец продает новые земледельческие инструменты. Нам нужно их скопировать. Давай. Рэд жалобно скулит. Давай я поглажу собачку. Ёб твою мать. Время вышло, пространство безумно. Вот оно снова. Ваш рот зарастает, будто его никогда и не было. Маленький король, маленькая марионетка. Никаких слов. Что за хуя, куда зашел, блядь? Ебать, я случайно на стримпоне зашел каким-то хуем на втором мониторе. Как, блядь? Пиздец. Мало мыслей. Да что за хуйня? Много смертей. Несколько веков назад ты просил о вечной власти в обмен на твою душу. Хорошо, что не о вечной жизни. Каждая твоя смерть приятна. Да еще приятнее выбор, который я позволю тебе сделать сейчас. Иди, маленькая марионетка, увидимся через 666 лет. Ёб твою мать, что за пиздец? Ну я живой. Как вам игра, кстати? Мне кажется, охуенная. Согласны? Ну игра реально охуенная, просто типа разобраться и все, игра топ. Следующий, кому вы скажете «да», умрет. Блять. Мы нашли подземелье неопознанное тело, рук нет. Усилить гарнизон? Не надо. Мы обнаружили еще одно тело в подземелье. Люди волнуются и просто усилить защиту. Нет! Чудо свершилось на юге. Кровавые слезы проступили на глазах статуи пророка. Нам стоит признать чудо истинным. Я не хочу, чтобы я не хочу, чтобы они умирали. Нет! В попет. Вождь Востока хочет встретиться с вами. Он легко может нас разгромить. Нам следует приветствовать его как короля. Блять. Ладно, да. В том же году нашли труп. Тело было явно растерзано и отвратительно раздулось. Ну бля, я не хотел его убивать, но у меня не было вариантов. Ваша удача растет, я вижу новые карты, новые дороги на полях ваших жизней. Да. Юный Болтун говорит правду. Могущественная магическая сила создаст для вас новые варианты будущего. Как? В этой новой вселенной есть 3 секрета. Продолжай. Фальшивая удача может помочь вам найти в подземелье неожиданного союзника. Продолжай. Амбициозный ящер может принести мир на много поколений. Продолжай. Опасный пир, пусть не кончится с добром, но, по крайней мере, ваша смерть будет оригинальной. Чё? Какая смерть, блядь, я не хочу. Взрыв в шахте убил не менее 100 людей. Продолжите нам копать? Нет. Я знаю убийцу из подземелья, это злой палач! Блядь. Я тебе верю. Я? Насилие моя работа, а не развлечение. Я овощи выращиваю и изучаю красоты природы. Я тебе верю. Кто же убийца тогда? Я не знаю. Охуенный король. Сир, нужно выделить деньги на общественный амбар, чтобы не было голода. Нет, голодайте. Мы хотим построить новый рынок, это откроет нашу экономику для международной торговли. Нет. Я бы хотел открыть пару лавок с моими товарами и заклинаниями. Давай. Ебать, вот видишь, у меня супер умное решение. Чат, готовьтесь проиграть. Ха-ха-ха, валя. Река Капли затапливает большую часть страны. Нам нужна помощь церкви и армии. Да. Нам нужен кредит, милорд. Ха-ха, 20 дней. Что с ебалом, красные? Победа!
А будем делать ставку до 40 лет или нет? Так вообще интересно, только вообще можно прожить? Мне кажется, нет. Нет, ну окей, давайте, давайте. А, до 30, давай до 30, гоу. Год 30 дней. Бля, я очень хочу взять кредит, ребят. Я хочу взять кредит. Я беру кредит, тебе похуй, да. Старый, правьте не менее 20 лет. У вас подагра, милорд. Меньше мяса, больше овощей, никаких любовных историй. Хорошо, договорились. Река Капля снова пересохла, нам нужно построить плотину. Давай. Да. Плотина перекроет викингам воду, вы уверены, что хотите это сделать? Нет. Милорд, время выплатить долг. Уже, блять! Ладно. Я абсолютно уверен, что вытяжка из пиявок, скормленных кровью детства, не спасет вас от этого недуга. Нет! Фу, блять! Фух, нахуй! Ебать, на рандоме сейчас выиграл, пиздец! Фу, блять! Зерно сильно подешевело, милорд, нужно регулировать цены на хлеб. Поднимите немножко. Милорд, в вашем замке бушует пожар. Спасайте гарнизон, спасайте сокровищницу. Спасайте гарнизон! Блять! Меня собаки съели, блять. Ну, 27 лет у власти это неплохо. Его зовут Джеймс Старый теперь. Это кликуха его. Тут, кстати, можно смотреть клички, смотрите. Джеймс Старый. Это просто Эдвард, Вильям Чародей, Геральт Решительный, Гарри Молодой. Ебать. Роберт теперь. Прикольно. Сука, все ставки выиграл. Повезло, блядь. Скоро, кстати, добавим уже что-нибудь за баллы. Надо бы постепенно. Роберт, шестой король. Ебать, блядь. Так. Прогноз снова сделали? Сделали. Поехали, Роберт. Руды из ваших шахт недостаточно для ковки... руды из ваших шахт недостаточно для ковки нашего собственного оружия. Нам приходится покупать его у других стран. Да. Молодая женщина заявляет, что ее сын ваш бастард. Нам решить эту проблему? Да нет, похуй. А. Похоже, сын остается здесь. Ебать, есть наследник теперь. Минор, не хотите немного пофехтовать? Я хороший наставник, давайте сделаем небольшие ставки. Защищайтесь! Потанцуешь в аду, написано. С тобой зап, просто. Блять! Это будет трудно парировать, будьте осторожны. Хотел бы я. С тобой запросто. Твоя вонь изо рта скорее убьет кого-нибудь, чем вот эта зубочистка. Хочешь, убью его? На! На! Блять, это как? На! Есть. Твоя мамочка гордилась бы твоим умением вязать. Ты охуел, что ли, про мать мою, пиздеть? Только не моя мамочка. Иди сюда, нахуй. На, блять, хуйсос. Какого выиграть? На! Есть! Победа! Разъебал лоха, блять. Вы победили, милорд. Новичкам везет. Хотите знать, как стать еще искусней? Нет. Изи, блять. Народ из дальней деревни учит своих детей поливать своих людей короля. Не подать ли им пример? Подайте, подайте. Похоже, мой совет тебе не по душе. Ты знаешь, кто людьми и королями? А, он типа меня на понт берет. Иди нахуй. Дамо Адоми. Че? Какой-то скам, блядь. Он предлагает нам вступить в крупный союз основных ведущих стран континента. Давай. Ебать, нормально. Новую церковь, давай построим. Хочешь ты этого или нет, но ты мне нужен в крипте святого Армана. Вопрос жизни и смерти.
Блять, зачем ты какой-то пиздёж? Мне кажется, он меня убить хочет, блять. Ну пойдем, ладно. Да простят святые тебе твои грехи. Стража! Фу, блять. После момента удается избежать ловушки. Архиепископ из Катербери отправился к палачу. Пиздец. Угадайте, в какой руке подарок? В левой. Юный болтун вручает обдохлую птицу и убегает с воплями. Хуесос. Восток и юг планируют нападение на королевство. Будем просить помощи у Запада? Нет. Ваша крепость слаба, нужно построить новую башню. Давай. Гильдия купцов продает товары, которые традиционно изготовлялись аббатством. Прекратите это? Да. Блять! А, нет. Милорд, вы не можете препятствовать торговле. Передумайте, мы готовы даже к новому налогу. Давай. Фу, блять, я не выжил нахуй. Вся же катапульта испорчены. Бог защитит. Столичные ювелиры создали картель для торговли. Они просят нашего одобрения. Давай. Нужно создать музей естественных наук, чтобы коллекционировать разных тварей. Могу помочь в свободное время. Нет. Ваш народ голодает, милорд, цена на хлеб слишком высока. Нет. Как же похуй вообще. Королевство Юга заявляет, что вы должны жить с их принцессой. Отказ может означать войну. Да давай поженимся, хули. В этом деле нельзя перестраховаться, нужно иметь больше солдат. Нет. Вы нашли золото в шахтах, копать глубже? Нет. Король Запада в курсе состоит нашей армии, только что напал на нас. Мобилизуйтесь и атакуйте! Ха-ха-ха, валя! Шо, чат обидно, да? А я уже научился играть, видите, я хорошо играю. Победа. Ребята, вы должны верить в своего короля. Каждый, кто не будет верить в короля, тот будет предан суду. Понятно? Вы должны верить в своего короля, ребята. Я ваш король. Я. Я главный. Я бы хотел провести новое исследование легендарного превращения свинца в золото. Подарите мне денег? Нет, где нахуй? Это самая лютая зима за последние 30 лет. После скудного урожая люди голодают. Бля, я проебал в любом случае, у меня нет шансов. Ладно, поделюсь. Но я не мог, блядь, но у меня не было шансов. Сука. Новая олигархия заставляет вас отправиться в изгнание. Я просто утонул в какой-то хуйне. Роберт Дуэлянт меня зовут. Бля, обидно на самом деле, что я так сдох. Ты раньше сдохнуть не мог? Нет, блядь, я хотел жить. Нахуй мне специально умирать? Чат! А мы сегодня будем играть в игру, которая называется «Помни». Она красивая. Давайте сегодня в нее поиграем. Это бизнес, бро. Поехали. Вильям. Лалуку. Я могу научить вас кое-чему из белой магии. Давай. Так, счастья не хочу. А вот способ обмануть дьявола? Прикольно. Давай. Леди Каркоя бросает белые косяшки в воздух. Я вижу 6 чисел. А, это года! 683, 1014, 842, 1043, 1043, короче, 842, запомните, пожалуйста, на будущее. Шахтеры отказываются спускаться в шахту, они хотят прибавки. Нет. Хочу ли я жениться на принцессе? Хочу. Цены на курицу взмыли до небес, люди спекулируют на них, нам нужно заявить, что мы будем регулировать торговлю. Да. Ваша угроза взять под контроль цены на курицу очень положительно сказались на рынке. Разумеется, денег кто под контроль их не брал. Изи. Рекс! Пойдем. Заброшенная часть подземелья. Пойдем. Ой. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блять, все падают статы! Кажется, справа тоже есть дверь. Нет, направо. Скелет кричит. Блять! Убегаем. Дверь. Пошли. Право или лево? Право или лево? Лево. Химические руны. Дверь золота или ртути? Золото или ртути? Ртути. Блять! Воздух. Выход! Блять! Блять! Огонь! Мышьяк! Направо. Налево. Блять! Скелет, иди нахуй! Блять! Соли! Золото. О, сундук. Ключ. Бля, где дверь была, я не помню нахуй. Нейтрал. Мышьяк? Блять. Блять.
это что за хуйня? Нет, не считается, это хуйня какая-то, блядь. Нет, это не считается, нахуй. Что за хуйня? Это, блядь, какая-то хуета. Что за бред, блядь? Вильям жуткий. Я просто сдох, как чмо, блядь, в подземелье. Блядь. Еще раз. Не считается. Да не, ну это считается, по идее. Ну, блядь, кто знал-то, нахуй? Кто знал-то, блядь? Сука, ебаное подземелье, блядь, я не знал, что там такая хуйня вообще есть. Блядь. Еще раз. Поехали. Привет, красотка, Леди Белль. Пойдем вместе на весенний фестиваль. Могу пригласить своих милых подруг, чтобы развлечь иностранных гостей. Давай. Милорд, не желаете поохотиться на кабанов? Ой. Желаю. Охота разочаровала. Одни грибы. Коричневый и синий. Синий гриб хочу съесть. Вы вдруг становитесь очень счастливым, а потом начинают происходить странные вещи. Наш враги хотят заключить мирное соглашение. Давай. Что за хуя? Почему все кролики, блядь? Сир, нужно выделить деньги под общественный амбар, чтобы не было голода. Нет. Пьяная компания ваших солдат разорила аббатство. Мы хотим правосудия. Да. Жениться на принцессе? Давай. Все монахини в женском монастыре начали мяукать по-кошачьи. Это распространяется по деревне. Там не похуй. Все, блядь, домяукались. Посмотрите, какую странную штуку я создал в прошлой неделе, пока разбирался с химией и темными искусствами. Че? Ваза. Привет, ваза. Как ты смеешь? Что? А, она говорит, что я лжец. А, не ты, а доктор, он лжет. Он нашел меня в ломаске, он не создавал меня. Что, блядь, вся гроб, что такая большая, нахуй? Не видно, что пишется. Он не создавал меня, он меня нашел. Кто ты? Блядь. Вопрос настолько философский, что почти бессмысленный. Возвращайся с морозной кровью, и, быть может, я отвечу. Договорились. Ебаная ваза, блядь. Взрыв в шахте убил не менее сотни людей. Продолжит копать? Нет. У нас проблема. Монах покусал братьев, это быстро распространяется. Генерал! Это вспышка ликантропии. Я не хочу иметь с этим дело. Повелеваю вам! Генерал Ковентон заточает монаха в тюрьму. Под пытками они исповедуются в том, что они на самом деле оборотни. Ебать! Оборотни? Не, я думаю, нет. Я бы сказал, что это крайний недостаток физической активности. Это вульфы. Пиздец. Нужно установить комендантский час. Улицы столицы опасны по ночам. No. Мне не нравится судья Вильям. Он лентяй и мошенник. Да! Ой. Я бы хотел провести новое исследование оружия и военного дела. Поможете? Да! Давайте построим укрепление вокруг столицы. Это дорого, но стоит того. Нет. Гильдия купцов продает товары, которые традиционно изготовлены с аббатством. Прекратите это. Да. Блять! Да. Фу, блядь. Нам нужно больше защиты. Варвары из восточных ворот уже на границе королевства. Нет. Блядь. Сука ебаная. В пизду, короче, я долбоёб, блядь. Паспорт надо брать на концерт? Конечно, надо, конечно. Ой, блядь. Джеймс Мак умер. Бля, может еще раз? Мне нравится игра. Давайте сильную ставку до 30 дней, давайте. Сильную ставку, сложную. Давайте до 30 дней ставку. Поехали. Самое мое лучшее прохождение. Сир, ваша моча пахнет ротодронами нынче утром. Лучше вам пока не ездить верхом. Да. Можем мы четвертуем шута? Этот клоун сломал требушет. Болтун! Я играл в теннис с великаном, он победил. Пошел прочь. Клосс. В нашей стране царит мир и процветание. Нужно держать сокровищницу полную на случай тяжелых времен. Да, пригодится. Восток и юг планируют нападение на королевство. Мы будем просить помощи у Запада. Да. Некий герцог решил установить феодальное право, позволяющее ему возлечь с собой женщину в ее первую брачную ночь.
Нет, так не пойдет. Okay. Урожай просто сказочный, милорд. Накормите армию. Ура! У меня все хорошо. Группа фанатиков разорила госпиталь, заявляя, что только бог может исцелить через наложение ваших рук, милорд. Нет. О! Чей это был ответ, короля или человека? Человека. Типа я крутой, поняли? Я очень моральный человек, хороший. Королевство Юга заявляет, что вы должны жениться их принцессе. Давай, ладно. Река капля снова пересохла. Нужно построить плотину. Нет. Нужно быть милосердным. У многих бедняков нет домов. Давайте им построим. Давай. Мы сокрушили наступающего врага. Захваченные трофеи прекрасны. Никакого грабежа. Поверить не могу, что вы это сделали. Прими и смирись. Понял, бля. Мы сможем заработать, повышая арендную плату в домах, которые мы построили для бедных. Нет. Я слышал странный шум в замке прошлой ночью. Нам нужно усилить патруль. Нет. Я серийный убийца. И чё? Дерьмо, а не работа. Если бы я мог. Возможно, кто если не ты? Нет, больше солдат не будет. Я могу быть палачом, говорит доктор. Что? Я как раз еще способ испытать действие новых экзотических ядов. Готов заплатить. Нет, пошел нахуй, блядь. Обнимашки? Хотим обнимашки? Хотим! Неслыханно, генерал Ковентон замечен в постели королевы. Кто подлежит казни? Королева. Сука, он мою жену ебал. Ваша церковь слаба, а народ богохульствует. Да. Дайте нам власть восстановить божественное правосудие в стране. Давай. Хотите жениться на принцессе? Хочу. Это самая лютая зима за последние 30 лет. После скудного урожая люди голодают. Держите, ребята. Посол восточных ворон уже в пути. Заключите его под стражу, отправите ему его голову. Да. Простите, я имею в виду заключить с ним сделку. Да. Восточные ворота напали, мы можем одержать верх, только объявив общий призыв. Да. Зерно подешевело. Ну, блять, поднимите цену, хули. Почти победа! Устье реки Капля — опасное болото для путников. Нам нужно хорошенько его почистить. Давай. Милорд, вы святой, папа хочет построить здесь свое представительство. Пошел нахуй. Корабль на карантине. Возможно, это чума. Закрыть на карантин весь порт. Нет. Это черная смерть. Мы не знаем, что делать со всеми трупами. Закрыть ворота замка. Блять. Ой-ой-ой. Блять. Послать церковь, послать армию. Армия. Пизда. Давай, 31 год. У-ху! Ну я сразу сдох. В конце концов, чума добралась до замка и укосила большую часть двора, вас в том числе. Меня убила чума, ребята. Но это победа. Интересно, как зовут моего короля? А, никак. Вот так вот, нахуй. Вот, ребята, вот что такое чума, понимаете? Вот что такое настоящая чума, блядь.